экономить, то купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RPXL. Здесь вы можете купить робуксы по самому выгодному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робуксов всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робуксы. Вступай на дискорд-сервис с регулярными розыгрышами, группу ВК с масштабным розыгрышем на стене и тысячи отзывов от реальных покупателей. Все это только на RBXL. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ты меня должен как собачку. Тяф-тяф, Ваня, и все. Заходи. Блин, надеюсь, ты это не снял? Я это снял. Ты выбиваешь, блядь. Вот даже не туда. Куда нам? Не сюда, не сюда. Ну-ка, вот это. Нам не сюда, нам вниз. Так, не сюда. Блин, везде пробежал, что-то последнюю дверь нашел. Ой, проход. А ну-ка. Контроль. Я чекаю. Так, не тут. Ну, лежать. Деби. Прости. Извиняюсь. Ну-ка. Молодец. Давай, давай, давай. Быстро, быстро, быстро. Работаем, работаем, да? Да, да, да. Открыть меню. Побежали. Открой дверь. Че сзади? Нам нахуй. Доиграл. Да я просто выбил дверь и все. Ну я, да, кстати, подумаешь. Я понимаешь, я чувствовал плохо. Я вообще чувствовал то, что там что-то. Да, да, да. Расскажешь. Почему у меня пустой магазин? Я что знаю. Держать! Тут хилка, если чё. Чё надо ложиться? Надо F нажать. Ну убежай, убежай. Стреляй, стреляй. Всё. Меня не стреляй так. Блядь, патроны. Тут ещё один. Бедный Коля. А, патроны. Да ты дебил. Ты меня спас? Да. Я сообщение смотрел. Найс. Давай, выбей дверь. Вот здесь. Все хорошо, видишь? Да, как ты не умер? Я не знаю. Ты куда? К лифту. Зачем? А, он не рабочий. Сюда. А ну-ка. Коля, это твой код? В твоей дырке? Да. Давай, стреляй. Блин. А, Коля! Уже третий раз. Че ты сказал?
чё? Уже третий раз я на этом ловлю. У нас типа гайд, как пройти. Тихо. Конечно. Да, блин. Если бы там враг был с оружием. Да, посрать вообще. Вот видишь? Ну, легли же все. Не все. А не легче под флешку выходить? Да не. Вот, видишь? Доигрался. Бросай, Коля. Алло, спасибо. Друг называется. Да тихо ты, блин. Ты еще там можешь неделю так лежать. Алло, Коля. Алло. Спасибо. Давай быстрее что-то убить, черепашка. Черепашка не где. Ты черепашка, не черепашка. Как? Почему? А? Что? Флешку кинуть. Не кончай, пожалуйста, зачем? А там никого нет? Есть. Все, он оглушенный. Давай. Ну чё, суки. Еще раз оглушил. Ну легли. Лёг. Какой смелый, а? Я смотри на него. Такие тут тоже есть. Блин. Ура, Коля, сохранение. Ура, сохранение. Чё, это помню. Чё за чё? Где? Налево. Не знаю. Лежу. Нам налево. Ты опять не туда иду. Ну, мне точно. Коль, ты всегда налево ходишь. Ну, естественно, я мужчина. Кого ты? Я мужчина. Какая это машина? Мужчина. Ты. В расцвете сил? Да. Отойди, я дверь выбью сразу же. Нормально. Пойдем. Нам налево. Коль, быстрее, быстрее. Почему ты дверь не выбил? Я ее не выбивал, потому что там растяжка. Секунд. Никого и не было, по сути. Нам, наверное, лучше тут остаться. Иди сюда. Какие-то челики могут быть. Иди сюда, 13 секунд. Куда? Сюда. Обратно. Куда ты... Тоби пизда. Коля, открой дверь! Вот видишь? Не пизда. Капец ты лаки. А я думал, мы идем туда, а мне через всю ледовое побоище надо было идти. Да. Все, пойдем. Давно пора. Тут никого нету, вроде бы. Ну, как бы я бежал, никого не было. Вот тут каска. Каска? Да. И чё? Прикольно, типа. Ну да, пасхалка. На, нахер. Ты чё делаешь, дядя? Я мечеть вспоминаю одну. Ой, это что, мы стреляем в него? Да.
Материала надо искать. А он на меня нагрится. Теперь на меня. О, нет, я на дабл, я на дабл. Я лежу. Я понял. Где он? Не знаю, где он. С другой стороны. Я понял, где он. Спаси меня, Коля. Подожди. Потом тебя спасу, когда босс пройдет. Чё? Ну потому что так легче будет, блядь. Как я тебя захилю, когда он прибежит на меня? Да ну блядь. Нахуй. Ну давай. Ура. Ну, найс! Просто перелетело. Так, а ну-ка. Привет. Блин! Ну, может, ты нажмешь кнопку, нет? Блять. Сука, он на мне. Крафти бомбу и так. В него кидай. Он последний, по-моему. Последняя бимба осталась. И как кинуть? Г. А, кидать ЛКМ. Каким? Правой или левой кнопкой? Левой в него. Хорош, меня подними. Я впритык чисто кинул. Ну, вот, ну то, что пока тебе в его поле зрения не увидит, он не загрыз. Погнали. Йоу. Да иду. Ура, мы прошли. Ура, мы прошли. Вс.
Все, короче, всем спасибо, если вы хотите... Да тихо ты. Продолжение. В смысле, какой дальше? Мне он... 300 лампы попадали. Main menu. Когда будет третья миссия, мы пойдем третью миссию снимать. Да. Да. Если будет хрена просмотр, то у нас будет обзор дырочки Коли, вторая часть. Всем спасибо за просмотр и всем удачи, всем пока.